Всех приветствую. Давненько я не брал в руки видеокамеру. Как-то не было все времени. На рыбалку ездил на 3 дня. Ладно, вот решил вот это вот собрать. Вновь рожденную. А то она стоит у меня, вот, занимает место целая коробка вот, с нашего патронного завода. Цинка. Тут не патроны, тут запчасти от нее. Надо собрать ее в кучу, да. И уже будет повод сделать для нее поддон, а то я никак не соберусь. Все, планирую с реечек наборный такой вот. Будет красивый, слоями вот так. Нахлёст, но у меня есть видео. Да, и еще могу сделать, если кому интересно. Ладно, сейчас соберу. Тут же сейчас, после вот этих всех лакокрасочных покрытий, может что-то попасть во втулочку. Ну, вроде бы, вот я вращаю даже вот 2 пальцами. Без маховика. Вот оно. Отлично. Тут даже вот еще у меня кругляшки на корпусе моталки. Какие-то надо заказать еще таких рисунков. Мало ли что. Они там стоят 60 рублей копейки. Переводки эти. Ну, держится. Мне кто-то вопрос задавал, а не отлетит ли это? Вот. Смею вас заверить, что не отлетит. На подольских машинах точно такие же наклейки. Но они слоем шеллака же покрыты. Все, тут хоть как ее. За шоркой. Только вместе со временем, когда лак сотрется, потом начнется эти стираться. Ну а слой краски тут, не знаю, жизни на 10, наверное. Тут слой конкретный. Слоев, наверное, 5 здесь краски. Плюс грунт. Так что на века. Начнем с моталочки. Я уж забыл, как ее собирать. Ну, пойди соберу. Может быть. Так. Что-то я еще не вижу запчасти от моталки. А, вот, все правильно. Вспомнил даже. Даже вспомнил, как собирается моталка. Помнят руки-то, как говорил герой одного из фильмов. Дурачусь, конечно, как я не вспомнил, как их собирать, их собрал их тысячи. Надо везде сейчас маслиться, маслиться. После покрасок этих всех, тут сейчас, возможно, еще и промывать придется саму машину. Так, собрал. Так, ну ладно, прижим, потом сектором отрегулирую. Все винты маслом. Только тут сейчас везде краска. Надо будет прогонять. Возможно, и не пойдет. Я сейчас вот моталку собирал, блядь, с 3-го раза только винт загнал на свое место, пока не очистил. Вот, как я и предполагал, без мечика не обойдется. Надо хотя бы пройтись чуть-чуть. Так, о, какая-то бека всякая. Краску. Ох, там краски прям, прямо есть она, есть. Так. Ну, этого и следовало ожидать, конечно. Ничего страшного. Побольше времени просто займет. Угу. Вот, все. Thank you.
Проверяем, как втулочка вот так стояла. Значит, мы ее так. Вот так поставим. Так, минуту. Да. Да, машинка уже не так легко крутится, но это все приработается. Ну, нормально. Это я вот поставил нитепритягиватель. Он сейчас пока там колею набьет себе. Это на скорости погоняю и все будет хорошо. Мне так кажется. Так, теперь. Чтоб подъем лапки поставить. Так. Ну что ж, собрал, но сегодня я ее тестировать не буду, потому как без поддона это пол машины, она, ну, голова одна.
Еще и стук какой-то. Ну стучит это я знаю. Это я вот сейчас игольную пластину зачем-то поставил другую. Я поставлю родную. Это рейка задевает. Так, ну тут все. Ролик, лапка. Все тут как положено. Свет. Здесь, кто не видел, может быть, проточен шкив. Тут за уменьшение оборотов, соответственно, плавнее старт. Ну и плавнее старт и крутящий момент больше. То есть под тяжелые ткани какие-то там. Кожзама планирую шить чехол. О, можно добиться буквально вот таких оборотиков. Педаль проволочная. Ладно. Тут надо еще подкрасить что-то. Я тут как-то покрасил двигатель, отдельно красил. Ну все. Сделаю буквально на днях, наверное. Если там ничего срочного не будет, займусь. Поддоном с рейкой, с реек. Наборный поддон. И потом все уже будет. Тест машинки и так далее. Все на этом. Всем до свидания.